Так, у нас сегодня вот такой вот газон, такие проплешины. Это вот собачки выходят и, соответственно, делают свои дела. И вот такая вот история появляется. Но и не только от этого. То есть иногда возникают такие проплешины, которые необходимо заделать. В общем, как я это делаю? То есть я ничего тут не рыхлю. Я покупаю грунт, покупаю семена, высыпаю, перемешиваю с семенами. И вот так вот все эти дырки заделываю. В общем, сейчас вам покажу. Вот, берем семена, примерно грамм 200, наверное, вот такую штуку рассыпаем. Вот. И, соответственно, все вот так вот перемешиваем. Сейчас покажу попозже. В общем, получается вот такой вот микс с земля с семенами. Вот, ну, грамм 200-250, наверное, на тележку уходят примерно, может, чуть больше. Вот, то есть они равномерно распределены по всему объему грунта. Берем вот таким вот образом горсть. Можно лопатой и вот так вот раскладываем. Можно даже вот так бросать. Вот. То есть уже семена с грунтом. И потом аккуратненько вот так вот прикатываем катком, притаптываем ногами. То есть семена распределены, часть из них где-то там присыпана, засыпана. Ну, в общем, включаются поливалки, и через неделю это все проплешины заходят. То есть мы равномерно это все заполняем вот так вот вручную работу. Можно, говорю, кидать, как бы вот так вот кидать, потом брать верные грабельки и вот так вот разравнивать. Ну, не обязательно притоптать. Таким вот образом проплешины будут зарастать. Делать буду весь участок, газон для ленивых. Если делать местами, то тут будет ниже, выше, то есть такой газон неровный. Поэтому весь участок будем выравнивать одним и той же травосмесью, чтобы она была равномерно распределена по всему объему.